Всех приветствую. Сушила дыню на зиму. Вот. Инжир. Из таких инжиров. И из такой дыни. Я не планировала снимать этот рецепт. Уже высушила для себя. Но по просьбе подписчицы на небольшом количестве покажу свой способ, как я сушу инжир и дыню. Для начала очищаем шкуру. Вот так. Так достаточно. Вот так очищаем. Вот это сушить буду на сушильке. А это из этого варенья сварю. На килограмм инжира очищенного, полкило сахара. Посыпаем сахар. Как только выделится сок, варим в собственном соку 40 минут. И горячий разливаем по банкам и закрываем. Вот такой толщины, 2 сантиметра. Вот так будем сушить. В кипящую воду добавляем чайную соду. И здесь литр воды, вот столько, кончик чайной ложки. Теперь очищенный инжир ошпариваем. Две-три минуты. Прошло 3 минуты. Теперь достаем. Под холодную воду. Споласкиваем просто прямо 30 секунд. И все. Из арбуза точно так же можно приготовить. Ставим на 12 часов пока. Вот прошло 4 часа. Смотрите. Сколько сока выделилось, смотрите. Вот. Теперь варим 40 минут. Уже варится 35 минут. Добавляем столовую ложку лимонного сока. Варим еще 3 минуты. А банка стерилизуется. Разливаем горячим. Прошло 6 часов. Ставим мягким. Теперь вот такой плоской формы даю. Дыни просто переворачиваем. Все сушится так же. Вот так высушили дыню. Вот такая гибкая и сухая. И инжир тоже гибкий
и сухой. Летом в августовскую жару можно сушить на солнце, на свежем воздухе. Дорогие друзья, вы попросили, я приготовила. Напишите под видео еще, какие рецепты вы хотели видеть. Готовьте с удовольствием. Храню я все свои сухофрукты на балконе. Дыни я вот в таком контейнере, можно и на стеклянной баночке. На балконе уже минусовая температура, там очень хорошо хранится до весны.